навести порядок с парковками и придорожными полосами. Сегодня на заседании администрации одобрили проект постановления. Согласно этому решению, в городе оборудуют стояночные места и прилегающие к дорогам полосы. Это поможет решить проблему несанкционированных стоянок. Заняться обустройством парковок предпринимателям предложил глава региона Игорь Кошин. Такая практика есть в других городах. Индивидуальные предприниматели заключают инвестиционные соглашения с владельцем дороги, окружной или городской администрацией и строят стояночные площадки. Планируется, что некоторые из них будут платные. Что касается придорожных полос, прилегающих к проезжей части, их тоже стоит привести в порядок. Обустроить должным образом тротуары, установить необходимые дорожные знаки и рекламные баннеры.